Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке мы с вами научимся создавать необходимые для нашего магазина валюты и сделаем вот такой вот модуль переключения валют. То есть, как это работает? Например, человек заходит в товар и хочет посмотреть сразу, сколько будет стоить товар той валюты, которая его интересует, например, гривны. То есть, он просто выбирает списки гривны, страница перезагружается. Здесь высвечивается подсказка, что успешно валюта изменена. И вот здесь вот в стоимости мы видим другая цена и подставляется ГРН. И, соответственно, то же самое для доллара, например. Подставляется знак доллара. Давайте такое вот сделаем. Переходим в админку нашего сайта. Переходим в компоненты Joomla Касса. Валюта. Мы с вами по умолчанию валюту уже создавали, давайте создадим другие. Нажимаем на кнопку «Создать» и давайте сначала создадим гривны. Заголовок пишем, например, такой. Код валюты обозначаем вот так. Выставляем символ валют, это подставляется к цене. И вот здесь вот сейчас поподробнее курс валют. То есть как нам получить курс валют. Сейчас на этом уровне мы пока сохраняемся и давайте поставим специальный плагин, который будет автоматически менять курсы валют, когда они действительно будут сменены. И данные будут браться с Центрального банка Российской Федерации. Вот этот плагин необходим, если вы хотите, чтобы у вас автоматически ко всем товарам менялись валюты. То есть, когда там в банке произойдут изменения, здесь на вашем сайте будет автоматически меняться. Это необходимый плагин, без него вам придется вручную каждый раз залазить вот сюда, заходить в каждую величину и менять здесь вручную. Конечно же, это вообще не вариант, поэтому мы ставим с вами специальный плагин. Переходим в менеджер расширений, открываем папку с курсом, заходим в дополнительные материалы, потом компоненты, потом Joomla Касса папка. То есть, как обычно, вы здесь уже были, и находим вот такой вот плагин. Перетаскиваем его сюда, загрузить, установить. Вот видите, плагин получает основные наличные курсы валют от Центрального банка РФ по отношению к рублю. Переходим в расширение менеджер плагинов, отсортируем. Вот у нас наверху, он у нас отключен. Мы его здесь включаем. И здесь есть только описание. Нажимаем сохранить. Переходим на вкладку описание. И нам нужно перейти. Вот здесь вот со списком поддерживаемых валют можно ознакомиться здесь. Кликаем сюда и открывается XML-карта банка данного, где мы можем скопировать нужный курс валют. Здесь нам необходимо найти, сейчас мы с вами делаем гривны, нам нужно найти курс валют для гривн. Но перед тем, как мы будем искать, нам в адресной строке очень важно проставить сегодняшнюю дату. То есть сегодня у нас идет 24 месяц. 02, год 16. И нажать Enter, чтобы данные обновились. И вот почти в самом конце вы должны найти вот такой вот код. Здесь написано, видите, украинский гривен. И нам нужно вот такая вот строчка. Нам нужно вот только вот эти цифры все скопировать. То есть вот так вот взять и все скопировать. То есть данные цифры относятся именно к украинским гривнам. То есть вот эта вот валюта. Мы ее берем, то есть на сегодняшний день курс такой, мы ее берем, здесь мы закрываем, плагин мы активировали, переходим к компоненту Joomla Касса и переходим в валюту, заходим в гривны и вот здесь мы удаляем и ставим значение, вот такое вот, то есть курс валют мы выставили сейчас правильно для гривен. Чтобы у нас правильно цена отображалась, чтобы все работало правильно, нам нужно обязательно проделать вот такие операции. Ну, изображение валюты, мы здесь ищем флаг, почти в самом низу, находим УК. Вот, это у нас флаг Украины, описание можно прописать, какое-то описание, и все, здесь больше ничего нет. Мы уже с вами полностью сделали гривны. Нажимаем «Сохранить» и «Создать», и теперь давайте создадим доллар. В заголовке пишем, например, «США». Ставим код валюты, символ валюты, ставим знак доллара. Давайте сразу поставим флаг. Нужно найти US.
Вот я нашел американский флаг, прописываем описание. И теперь нужно найти курс валют. Пока нажмем сохранить, открываем опять эту ссылку на карту и находим вот USD, видите, вот доллар США. Все, вот код валют, берем здесь ниже, между вот этими вот тегами. И прописываем его также здесь. Сохранить и создать. Давайте создадим еще евро. То есть сейчас я с вами создаю самые популярные валюты. Если вам потребуются какие-то иные валюты, вы уже сможете сделать их по аналогии. Так, символ валют ставим вот такой. Курс валют сразу находится под долларами. Вот здесь видно написано евро. И для него курс валют берем здесь. Меняем здесь. Изображение валюты для евро я почему-то здесь не могу найти. Поставим пока нет. Описание можем поставить вот такое. Нажимаем сохранить. Закроем. И у нас с вами 4 самые популярные валюты присутствуют. Мы с вами создали. Плагин установили. Нам осталось только вывести на сайт вот такой вот модуль. Для этого мы опять переходим на расширение менеджер расширений. И давайте установим данный модуль. Опять заходим в папку JoomlaCasa и находим вот такой модуль. Берем его и устанавливаем к нам. Переходим на расширение менеджер модулей. Заходим внутрь. Сразу его включаем. Можем назвать его переключение валют. И давайте определимся, где нам вывести данный модуль. Если мы с вами выводим его вот здесь, вот как у меня в демо, то это позиция sidebar B. Мы с вами прокручиваем ниже и находим sidebar B. Выбираем его здесь. И давайте посмотрим настройки. Тут небольшие настройки, вид списка. Из списка мы можем выбрать список Bootstrap. Активная валюта оставляем показать. Форма заголовка, заголовок валюты, изображение флага, заголовок и флаг. Как в демо можно сделать заголовок и флаг. Полное название. Здесь можете в подсказках почитать. Оставляю, да. Символы валют показать. И здесь вы можете использовать или HTML-код, или текст какой-то вступительный, то есть выше модуля. Заключительный текст будет отображаться ниже модуля. Ну, я здесь ничего не пишу. Можно здесь какое-то пояснение, да, сделать. Описание привязать к пунктам. Выберем на всех страницах пока. Потом, если что, изменим. Ну и, в принципе, здесь все. Давайте посмотрим. Нажмем сохранить. Идем на сайт. И вот у нас он появился, переключение валют. Рубли, гривны США. Так как мы находимся на локальном сервере, у нас... Возможно, не будут работать автоматически смена курса валют, если он будет уже действительно сменен. Но на хостинге все будет работать. Сейчас давайте проверим, просто сменяется ли у нас валюта или нет. Заходим сюда, смотрим, стоит сумма и руб. Давайте попробуем сменить на евро. Валюта успешно изменена. И у нас здесь сменилась валюта, да, и подставляется знак евро. Все у нас работает. Давайте еще гривны посмотрим. Также все меняется. Я верну рубли. И если вы хотите модуль повесить выше меню, я надеюсь, вообще вы знаете, как это делается. Если нет, мы переходим в менеджер модулей, кликаем вот сюда, вот на стрелочку. И попробуем перенести меню слева. Вот так вот, то есть мышкой левой зажимаю, тяну, чтобы расположить его ниже. Переключение валют, чтобы было выше. Кликаем еще раз сюда на стрелочку, меню слева. Обратно так попробуем перенести. И вот теперь у нас получилось. То есть вы видели два раза, я какую операцию производил. И модуль у нас теперь наверху. Все, на этом здесь все. Здесь у нас все работает. Увидимся в следующем уроке.